Лучший педагог-дошкольник края работает в Северском районе. Учитель-дефектолог Екатерина Красноярова из детского сада номер 4 станицы Северской заняла первое место в профессиональном конкурсе «Воспитатель года Кубани». Мне понравился этот опыт, даже независимо от того, что я стала победителем. В принципе, сам опыт так был очень интересный, поскольку это было даже не столько конкурс, сколько какой-то такой съезд единомышленников, фестиваль, на котором можно было поделиться своими идеями, посмотреть, что делают другие педагоги, почерпнуть что-то интересное для своего опыта. В своей работе Екатерина помогает детям максимально раскрыть свой потенциал, старается найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Конкурс стал еще одной ступенькой в профессиональном росте. Педагог отметила, ей попались по-настоящему достойные соперники, у которых она многому смогла научиться. Я, наверное, научилась тому, что это здорово постоянно быть в поиске. Это очень важно, всегда искать что-то новое и стремиться к большему, что никогда нельзя останавливаться на том, что есть, вроде как вот все нормально, ты уже привык, у тебя занятия все написаны, ты уже детей знаешь, но вот проводить занятия по шаблону все-таки это неправильно, все-таки важно всегда учиться и стараться найти что-то новое, интересное того, что ты еще не пробовал. Теперь Екатерине Валерьевне предстоит подготовка к участию в конкурсе «Воспитатель года России», который пройдет в Волгограде.